Эксцентриссимо. Сен-Бартелеми – островок в Карибском море, который снится богатым и не очень занятым. Там покупали земли Рокфеллеры, Ротшильды и Форды, а потом туда потянулись и те, кто хочет с ними породниться или войти в долю другим способом. Теперь это гламурное местечко с дорогими ресторанами, роскошными отелями, окруженное лучшими яхтами. И чуть ли не самая высокая концентрация миллионеров на Сен-Барте. Туда ездит наслаждаться жизнью Ума Турман. Шерон Стоун с новым возлюбленным 62-летним спортивным агентом уединилась на 2 недели именно там. Учить французский, чтобы хорошо отдохнуть, не надо. Местные жители выучили русский, потому что теперь там полно наших. Что им стоит заплатить 100 тысяч евро за недельную аренду дома? Собчак зимние каникулы на Сен-Барте проводит, Познер летние. Некоторые могут и купить себе участок на Райском острове. Роман Абрамович, например, купил 70 акров земли и бунгало с видами на океан. Заплатил 90 миллионов долларов, несмотря на то, что личный пляж на острове никогда не отгородить. К морю у всех там беспрепятственный выход. Эксцентриссимо.